Добрый день, дорогие друзья! Вы часто путаете истериков с шизоидами и эпилептоидов с параноидами. Поэтому я записал для вас это видео. Каратенечко, смотрите. У истерика цель какая? Выделиться. Он все свои странные вещи будет делать таким образом, что будет к себе не только, как вам сказать, привлекать внимание за счет внешнего вида и говорить, ну, порой странные вещи, делать странные поступки. Он будет себя описывать с позитивной стороны и характеризовать все эти вещи и поступки с позитивной стороны. Он будет делать это так, ну, типа, я сделал эту странную прическу, потому что она самая модная. Или там, я, допустим, залез в холодильник, вот для того, что вот, значит, стать самым здоровым, как-то там прославиться. Это был какой-то мой обязательный, да, какой-то пранк. Вот. То есть это будет всегда связано с какими-то вещами, которые он будет подчеркивать, что он там знаменитый, что он много зарабатывает, и что этот холодильник, в который он залез, был какой-то дорогой, с функцией там восстановления криоклеток каких-нибудь, там еще что-то. То есть он будет это выкладывать обязательно в Инстаграм. И в этом, да, как и у шизоида, будет мало логики, возможно, но это будет все подкреплено тем, что истерик у нас, он самый лучший, да? И, соответственно, следующий момент какой? У шизоида все будет связано очень странно, тоже безусловно, но будет странно очень уходить в себя, в свой внутренний мир. Я сделал этот странный поступок, потому что я посчитал, что когда я вот залез в этот холодильник, я связался с космосом, и там услышал, значит, голос неба, который мне сказал: вылазь оттуда, дурак, вылазь. Вот, ну то есть будет в чем это выражаться? В том, что он не будет демонстрировать свои поступки и как-то их вот совсем вам презентовать с положительной стороны. Понятно, что все люди стараются оценивать свои поступки с положительной стороны, но у истерика это очень ярко выражено в форму демонстрации и презентации вам непосредственно. То есть он еще и вас будет в этом чуть убеждать, что это вот самый лучший, значит, вариант залезть в холодильник. А вот шизоид, он может и вообще, если он вас слабо знает, никак это не комментировать и там будет затрудняться сразу вот в красках описать, зачем же он залез в этот холодильник. Хотя, да, будет ситуация, к примеру, представим, одна и та же, и абсолютно странный поступок, к примеру, да, залазить в холодильник, но вот один будет, допустим, это оценивать, рекламировать как-то, да, и оценивать с позитивной точки зрения, а другой, может быть, он даже еще и сомневаться будет, правильно это сделал, неправильно, то есть глубокая философия, может быть, не очень глубокая, в зависимости от интеллекта. Но самое главное, что у одного демонстрация себя, у другого, ну, совершенно какие-то фантазии, там, и странные думки, ковыряния внутри себя. Не забывайте про это.